Salam oyun həvəskarları, əziz izləyicilər. Deməli, 8-ci bölməyə qaldığımız yerdən davam edək. Qəşəng. Hər kəs salamlayıram. Yəqin yaxşısınız. Həmişə də yaxşı olun. Marojna almışam. Marojnamı da açsam qəşəng. Я Сабрина Галловей. Знаю, вы можете меня убить, но сначала Окей. выслушайте. Ради вас же. Вы не такой, как другие, да? Siz başqalar kimi deyilsiniz, deyir, hə? Что ж. Deyir, mənə də ödülər üçün qalmaq, mənə qulaq asın, mənim sizə vacib sözlərim var. Deyir, məzələnirsən, deyir, yox, yox. Niyə məzələrim ki, canım mənim, deyir, hər şey məzələ qayıtda burada, canım mənim. Çüş. Yalan. Слушайте. Кулак асан. Я чувствую развитых. Мендер Хисседера. Ну и да, я же тебя врасплох застал. Именно. Вас я не чувствую. И, кстати, Мендер Хисседера. И Ергер Мишен Бирда Варши. А мне что до этого? Андер Муна Манана. Вы хотите, чтобы кто-то из нас, неуловимое создание, за вами следило? Обо всем докладывай Мэтти. Мразь, я хочу всех вас перебить. Плевать, кто первым. А мне нет. Аля, сябим мэни. Так что подумайте. Мороженое на яйцах. Сузился до трех. Я назову убьете его, сдам других. Я останусь жива. Что скажете? На чьей ты стороне, а? Пендер чем терем дезанал там. Эс. Эс. Ты уже пытался меня использовать. Раздавил его как перед ирмя были чатилят на голодного. Он дыр он дыр хеллелят мя дестигирдым сходым. Мы с вами сработаем. Бир кохмуем, бир сизнен иштеяцей. Окей. Чужой среди нас. Арамыздаки гариб, бене дей. Яд гариб. Черный дозор выслал за ними спасательную группу. Ага. Ты внедряешься в эту группу и убиваешь его. Проще простого. Окей. Отец, прием. Я нашел головы. Она говорит, что может сказать мне, где найти какого-то развитого по имени Роланд. Он в ладах с Мерсером. И? Говорит, если ее пощадить, она выдаст всех развитых работающих на Мерсера. Одного уже выдала. Роланда. Отлично. В чем проблема? Эта девица не в себе. Ей нельзя доверять. Это ваша? Молодой, и нам мах, олмаз, джуэмэй, олмаз. Ладно, загляну к этому Роланду. Рэтлер 4-3, говорит Рэтлер 4. Ага. Это у нас эвакуации, прием. Это 4-3, мы на месте. Ждем вас, лейтенант. Похоже, спасательная группа Роланда. Надеюсь, они не против, если я пойду с ними. Эльбетта против тебя, решила. Узала шагурка. Эвэдзи пилилейда. Окей. Эй, нам всем стоит расслабиться. Вперёд! Думай ни о чем, просто беги! Окей. Кошач. Бу-б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 у
Bir de o tekmede. Ayda. İmkan verdi. Рэдлер 4-3, лидер. Это Рэдлер 4-3. Мы атакуем врага. Вас понял? Ай, да задано проблем. Окей. Задание-то хорошо. Рэдлер 4-3, говорит Рэдлер 4. Что там у нас с эвакуацией? Прием. Это 4-3, мы на месте. Ждем вас, лейтенант. Похоже, спасательная группа Роланда. Надеюсь, они не против, если я пойду с ними. Окей. Кошач. Так, ребята, мы должны спасти одну шишку из Гентека по имени Роланд. Вперед! Мурушана надеюсь. Да,
начинаю спасать ученых. Ура! Заткнись нахер, Старнс. Говорят, эти ребята шишки из Гентека. Как правило, да. Долбанные мозголомы. Я о том же. Они много денег поднимают. 3-4, открыть огонь! Вали их всех! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Окей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кащем вырвут. Ильич. Вот смотри я на этих гражданских и знаешь что? Угу. Пошли они в жопу. Надоело мне всех спасать. Драма класса для меня без зерда, же их позади. Было нам все для этого, как осун, для этого, как осун. Берите гранатомет. Оу, гранатомет и готур, дейш. Чотур, готур, да, не нирам, чо. Чотур. Оу, чалди. Сосредоточить огонь, сосредоточить огонь! Алла, да, алла, да, алла, да. Хеллер, что там у тебя? Окей, Хеллер, ты сана нолов. Кажется, мне далеко не все известно об этом парне. Он правая рука Мерсера. Этого довольно, чтобы его убить. Гранатомет брать будешь? Или будешь с этой штукой таскаться? Оо, вам грамотомет. Это же второй, да? Некоторые зараженные девки очень ничего, если им на голову решил надеть. Старнс, и как ты только психологическую проверку? У нас тут еда! Ой-ой-ой-ой-ой. Не разбредаться. А ну вернись. Okay. El çek değil mi bende? Uzaklaşma ne var ondan? Соберитесь, говнюки! Okay. Okay. Солдат, а ну живо вернулся в строй. Эчач. Оло. Так, вот тебя движутся 4-3, пора в путь. Окей. Какой-то был кошмар. Интересно, что они скажут, когда начнется операция «Феникс». Альга? Просто слухи рядовой. До этого не дойдет. Ну да, посмотрим. Блин, чувак. Ты качаешься, что ли? Я на белковой диете. Да, качаю. Ой. Блин, чувак. Ой-ой-ой-ой. Сзади! Две гидры! Повторяю, две гидры! Берегитесь! Действуйте сообща, говнюки! Сосредоточить огонь! Голову на стороне шопы! Смирно! Уууу! Вор! Өлдім.
тебя будет секс. Öyle mi canımız? Sonra ne yiyecek? Okey geliyor ha. Sakince geliyor bura. Okey. Red Crown at Red Lab 4-3. VIP персона в безопасности. Срочно требуется транспорт. Принято 4-3. Приближается транспорт. Прием. Galloway, здесь 5 ублюдков. Который из них Роланд? Понятия не имею. Просто убейте всех, чтобы наверняка. Окей. Не тот. Окей. Предатель. Саткун. Скользкий гаденыш сбежал. Кажется, ты. Отлично. Попробуй его найти. Шарим сансер, не обрудай. Снова. Окей, мы все равно кешли, но дальнейше он наш без битмы. То хэмон о хэкеми, хэмон о шэхси мэн итальяни, он утапмал я. Лэй зэмэр, Роланд. Надо сказать, я разочарован. Роланд. Такую силу тратить зря. И на что? На месть? Ох уж эта пустая суета простых людишек. Простой парень, да? Рванул в бега с перепугу. Просто давал тебе фору. Вот увидишь. Окей. Вот что она вас делает? Сабрина'нын yanına gidek. Bunu tolla gitsin. Demeli, təcili olarak adamların siltinə girməli. Roland. Roland, dur bu. Сабрина'нын yanına gidelim. Sabrina, oradasın, güzelim. Okey. Okey. Yeydi adamları da. Onsuz mənası yeri həyat sürürüz. Bura qaçsan. Girək içmə. Gir içmə. Gir içmə. Окей, сен де гир. Окей. Окей. Меня ехал. Окей. Окей. Сен де гир, ох. Сен де гир. Уф, кошек. Сабрина, зембер мне. Элли, я нашла Роланда. Он направляется к логову. Надеюсь, вы знаете, что такое логово. Ага, нора, кишащая всякой мерзостью. Как я рад. Никак нельзя посерьезнее. Чем дольше будете тянуть, тем скорее она сознает о Мессере. Ой-ой, что ты, как бы его не разозлить. Окей, Роланд, ер тапылып.
Итак, пустая суета продолжается. Ага, не волнуйся. Очень скоро увидимся, Роланд. Убьешь меня? И что будешь делать тогда? Покончу с этой лободой Черного Дозора, а затем убью Мерсера. Ясно. И даже если придется убить ради этого тысячи людей, да ты герой. Как? Ты сказал, что я чертов герой, а? А, ты мой кахраман. Теперь ясно, что он в тебе нашел. Ты такой же упрямый, как он. Обала. О, сейчас выиграю, сэн, пешпаны, едем. Супер. Одну мразь Роланда потеряли, одну мразь нашли. Ого. Окей. На джабра. Джабра. Кошач. Ола. Алла. 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 Sır onu içeri, ay Allah. Cabra. Cabra. Roland buraya. Roland, ben əsəbləşdirim səni buraya. Xeyri yoxdur. Вот он, твой момент славы. Да кто тебе обо мне рассказал? Галловей? Кешенч. Убить меня ничего не добьешься. Нет, но зато будет ведь. Возможно, тебе еще нужно время все обдумать. Чабра. Я тебя до смерти забью конечностями этой жирной твари. Кешенч.
Еще не сам надирай. Срона вчера. Танда цир. Я враг, еще. Хреново тебе, да, жиртрест? А, жиртрест. Окей. Окей, сана дарсу вирезам. Этот гад ходячее землетрясение. Ууу, блин. Пош, зажала башняра. Отдавай товар. Пончик, я бра. Весен цохол на понч. Кешач. Ой-ой-ой-ой, таза мутация. Кеше. Могу и поранить кого. Вай-вай-вай-вай. Это Вайпер 4-2. Мы нашли раненого офицера. Он подтвердил, что объект в гнезде. Прием. Они же о Роланде говорят. Он в одном из танков. Он мой. Окей, чыхак чөлә. Роланд качып чыгаван алзам. Я знаю, что ты где-то там. Думаешь, я прячусь от тебя? Я просто жду, когда ты устанешь. Враг покинул гнездо. Открыть огонь. Ба! Бывай. Ооо, кашин. Редграунд, это поражение. Объект практически нас уничтожил. Прошу разрешения перегруппироваться. Никак нет, 3-3. Главное. Дрон, да, дрон, да. Прием. Вас понял. Кашин, бьян, да. Кошать. Присоединись ты к нам с Мерсером. Этого глупого спора не было бы. Алла, да, Алла. Алла, я брат.
разрушил план. Ладно, я скоро узнаю все, что ты знаешь. Алла. Круто. Но твоих родных так не вернуть. Алла. Алла, она. Это все из-за пары трупов? Чудовище вроде тебя этого не понять. Смотри, что я умею. А поговорить не хочешь? Ах ты кусок говна. Кабра-джуре. Покажи, что можешь. Алла. Интересно. Что ж, нет проблем. Нет, мистер Мерсер. Сэр, мои маршруты обходят стороной все посты черного дозора. Значит, все запасы белого света сейчас покидают зеленую зону. Да, последняя партия прибудет через пару часов. Щит. Ой, блядь, щит. Супер. Дольше. Ала. Кеше. Дони меня отсекин. Задание выполнено. Изменение гнезда. Окей, кешти по миссиану. Уровень он на юзе. Косяч. Галловей, Роланд мертв. Галловей, Роланд Элде. А ты, конечно, ноги в кровь стерла. Старалась. Не смей мне хамить. Никто не смеет мне хамить. А мне кажется, стоило бы. Окей. Каштук на бате миссия. Кики, are you love me? Solda ekran yuxarısında görürsünüz yanlış sınır. O V hərfin basanda böyük udardı. Yəni böyük udardı. Böyük qılcın partlayış törədirdi. Yəni hər tərəfə.
Джеймс, Афина узнала, что полковник Рукс переводит всю старую группу Кёнига в зеленую зону. Есть шанс, что кто-то из них работает на Мерсера. Если доберусь до них, может, хоть узнаю, что он задумал. Я тоже так подумал. Полковник Рукс как раз собрал совещание по поводу их нового руководителя. Афина говорит, она заменит Кёнига. Он лично ее избрал. Значит, она тоже развитая. Я буду на этой встрече. Ахай, харгере. Патруль. Моя рота защищает людей доктора Кёнига. Ваш взвод переходит под мое командование. Они теперь подчиняются доктору Арчер? Сначала спроси разрешение, а потом открывай рот, говнюк. В связи с текущей ситуацией вы будете получать минимум информации. Остальные данные только для лейтенанта Райли и меня. И чтобы не пришлось потом исправлять ваши ошибки, командование возьмет на себя лейтенант Райли. Свободны. Лейтенант Райли, он понимает, что... 4-4, первая группа ученых направляется к первому квадрату. Забрать и доставить во второй квадрат. Отправляю координаты. Вас понял, Касл. Мы уже в пути. Джеймс, что ты узнал? Ученые уже здесь. Их везут из желтой зоны. Отправляюсь к ним навстречу. Ладно, удачи. Оф, ağız yetti. Uçtuk, uçaya uç buradan konkret. 4-4. Первая группа Кёнига приземлилась в первом квадрате. Когда прибудете? Касл говорит 4-4. Мы в 5 минутах. Прием. Так, хватит рассиживаться. Шевелите булками. Мы и так слишком многих потеряли. Салам. Здесь. Касл, здесь неизвестный враг. Открыть огонь, 4-4. Удерживайте позицию, ждите полицию, 4-4. Боже мой! Где вертолет? Надо сваливать! Дябра. Кошач. 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 Сура. Блин. Эти ребята ничего не знают о Мерсере. Их не стоит впутывать. Вайпер 4-1, ответьте. Вайпер 4-1, как слышите? Баллиста 4-4. У вас есть связь, Вайпер 4-1? Первый квадрат под угрозой. Не знаю, как он это узнал, но это был Хеллер. Не подпускать Хеллера ко второму квадрату. Не облажайтесь, лейтенант. Уже выполняю, сэр. Поехали! Отец, этот гаденыш, лейтенант Райли. Он второй по званию после Рукса, так? Если я займу его место... Наверняка смогу получить важную информацию. Хочу. Все, что требуется.
Мака-1, говорит Касл. Новое задание. На территории Джеймс Хеллер. Установить полный периметр и смотреть в оба. Чтоб этот мудила сдох. Без вариантов. Мака-1-2, что там у вас? По Хеллеру до сих пор данных нет. Выходи, выходи, малыш. Касл, видим врага. Пришлите подкрепление. Отрывайте, мы прибудем через 4 минуты. Где солдатик? Хочешь, чтобы я все твои игрушки переломал? Или все же выйдешь поиграть? Касл, говорит Хаммерхед 3-1. Мака 1-2 исчез с радаров. Возможны потери. Прием. Мать, 3-1, всем смотреть в оба. Ред Краун, говорит Касл, мы видим Хеллера. Нужна поддержка с воздуха. Касл, это Ред Краун. Баллиста 2 приближается к вашей позиции. Прием. Я прогурюсь. Вообще, маны. Погода. Давай. Да где же ты? Касл, говорит Баллиста 2-1. Основная цель уничтожена. Баллиста 2-1, открыть огонь. И упустите его! Ред Краун, говорит Касл, нужна поддержка с воздуха. Срочно, присылайте всех! Касл, это Ред Краун. Подтверждаю. Джабра. Ага, вот и Джабра. Где. Ну, такой ты теперь и крутой, а, Райли? А, Таша. И твои бронированные перегородки, а? Где твоя клетка полная зомби? Боже правый. Джабра. Вы с твоим голубым дружком Мерсером стоите друг друга. Прогеля. Нет, если он примет меня за тебя. А, чердичная гашень. Райли, есть данные по местонахождению Кёнига? Боюсь, нет, сэр. У него был полный доступ ко всем складам белого света. И пару раз он намеренно скрыл, чем занимается. Я сомневаюсь в нем и в его людях. Кошень. Касл, говорит чекмейт. Где вас черти носят? Пора становиться актером. Вас понял. Это Райли. То есть Касл, простите. Что-то я тут запутался совсем. Да неужели? Быстро дуйте в безопасное место и свяжитесь со мной. Доктор Арчер пропала. Вас понял. Отец, доктор Арчер работает на Мерсера. Черный дозор понятия не имеет, где она. Раньше она работала над проектом «Белый свет». Мадре де Диос, мы должны найти ее. Об этом не волнуйтесь. Я выдам себя за Райли, и Рук сам мне все расскажет. Окей, millet. Bu bölümü de yekunlaşdıraq. Növbəti bölümlərdə görüşərik, gözünüzə yaxşı baxın. Allah'ım da izləyicilər. Hələlik.